этом уроке мы рассмотрим виртуальную машину VirtualBox. VirtualBox – это программа для создания виртуальных компьютеров. Каждый виртуальный компьютер может содержать отдельную операционную систему. Виртуальные машины в основном предназначены для тестирования программного обеспечения или различных операционных систем. Итак, приступим к установке виртуальной машины. Нажимаем Next, 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 Yes и Install. Установить. Установить. Финиш. Создадим виртуальную машину. Нажимаем на кнопку создать. Next. Я установлю в качестве примера операционную систему Windows XP, поэтому я дам имя XP. В этом выпадающем списке можно выбрать операционную систему, которую вы хотите установить на виртуальную машину. Я выбираю Microsoft Windows. В этом выпадающем списке версию операционной системы я ставлю XP, нажимаю Next. В этом окне мы выбираем объем оперативной памяти, который будет выделяться под виртуальную машину. Нажимаем Next. В этом окне оставляем все без изменений. Нажимаем Next. Next. Здесь также оставляем без изменений. Нажимаем Next. В этом окне выбирается объем памяти, который будет выделен под операционную систему, в моем случае XP. 10 гигабайт будет вполне достаточно. Нажимаем Next. Finish. Finish. Также можно пройтись по свойствам нашей созданной виртуальной машины для операционной системы Windows XP. Нажимаем на свойства. Здесь мы можем менять все параметры. Выбрать порядок загрузки операционной системы. Установите объем видеопамяти под данную операционную систему, которую мы будем устанавливать. Также включить или выключить ускорители. Здесь выбирается носитель, с которого будет установлена или загружаться операционная система. В этой вкладке выбирается аудиоконтроллер для воспроизведения звука. В этой вкладке включается сетевой адаптер. Здесь компорты. В этой вкладке USB порты. Итак, я вставлю в дисковод диск.
с операционной системой Windows XP. И нажмем на кнопку Start. Запустим нашу виртуальную машину. Выберем путь, откуда будет загружаться наша операционная система, так как я буду устанавливать ее с привода. Это у меня хост E, я оставляю без изменений. Также можно указать путь к образу, если вы будете устанавливать операционную систему из образа. Так, нажимаем Next, Finish. Итак, приступим к установке операционной системы Windows XP. Так, приступаем к установке Windows XP. Я нажимаю вот. Принимаем соглашение. Так, создадим раздел для нашей операционной системы. И установим в этот раздел Windows XP. Нажимаю вот. Форматирую раздел в систему NTFS. Thank you.
Операционная система Windows XP успешно была установлена на виртуальную машину. Я выму из привода диск с операционной системой. И для наглядности отключу сейчас виртуальную машину и запущу ее заново. Нажимаем старт. Запустилась виртуальная машина. И пошел уже запуск операционной системы Windows XP на виртуальной машине. Теперь я могу одновременно работать и на Windows 7, и на Windows XP. При необходимости вы можете поставить любую операционную систему на виртуальную машину, к примеру, Linux. Протестировать на ней какую-либо вам необходимую программу. Для этого вам не придется отдельно устанавливать операционную систему. Как видите, это очень удобно, практично. Надеюсь, вам этот урок был полезен. До новых встреч на upcexpert.ru.